на два текста. Могли бы на три, но я этого делать не буду. Посмотрите в интернете. Разбор текста «Проблемы религиозности во время войны», который вот в Лыхаеме. Это, кстати говоря, я надеюсь, выйдет к концу года, тоже сможете прочитать. Потому что это верстки Лыхаем, его ныне. Так вот. Статьёнки? Буду, да, впоследствии. А я буду сейчас говорить о двух вещах. Пауль Натарпе «Кризис культуры», еврейство и кризис культуры. И буду не столько, опять же, говорить о философии, сколько меня будет интересовать тип текста, тип подтекста и проблематика. Но на прошлой как бы лекции мы с вами уже обсудили вопрос о том, что такое кризис культуры. Теперь, значит, мы переходим к следующему моменту. Значит, давайте сразу условимся, что Каган изначально занимал такую эсхатологическую иудейскую позицию по отношению ко всему этому. И продолжим. Я имею в виду в той статье, которая называется «Кризис культуры во время войны». Итак, в статье Пауль Натарпе «Кризис культуры» еще раз напоминает человек, который стал заведовать кафедрой после Кугина. Читаем. Кстати говоря, еще раз напоминаю, что статья про кризис религиозности во время войны была в 15 году Натарпом по-немецки напечатана в журнале. Почему это важно? Только по одной причине. Это важно потому, что это говорит о том, что перед нами не провинциальная философия, а философия того времени, которая печатается в повременных философских журналах. Итак, как не богата русская революция событиями экстенсивно, как не глубоко сказываются подчас художественно-пророческие достижения кризиса современной культуры в России, все же практически живой интерес к тому, чтобы все это осмыслить философски, методически, выпал на долю творческого гения революционной жизни в Германии. Старинная философия, включая Шпенглера, видит прошлое как дорогое кладбище с покойниками. То есть гляди, не гляди, а все смерть назади. Именно назади. В этом отличие исторической от биологической, где смерть является заключением жизни, и только от смерти отвоевывает себя жизнь. Нынешняя смертельная опасность исторического состояния человечества сильнее всего ощущается в странах побежденных, в России и Германии. Обратите внимание, значит, Россия не смогла победить в войне из-за революции, но Германия проиграла по-крупному. Причем после Первой мировой войны от России отпадают Польша, Финляндия, ну и так далее. Но смертельная опасность не только там, а везде и даже гораздо более в странах победивших. Ибо смерть – это внутренняя. В России и Германии она прорвалась революцией. Пусть гибнет то, что внутренне гибельно, ибо только сама смерть умирает, жить же способна только жить и отстаивать себя от смерти. И, наконец, в этой статье мы читаем, что кризис современной культуры не есть кризис идеи бесконечности, фаустовской идеи Шпенглера, а кризис из-за отсутствия достаточного действия и сознания идеи бесконечности. Нынешний кризис есть кризис конечности, а не бесконечности. Обратите внимание, когда я вам говорил о критике идей Когена у Гурленда, то ему как раз не нравилось отсутствие апокалипсичности. То есть надо хоть какое-то направление иметь к пророчеству и апокалипсису. А вот здесь говорится о каком-то кризисе конечности. Что такое этот кризис конечности? Новое небо и новая земля, то есть постапокалипсические вещи. А смотрите, мы прошли рубеж веков, да, вот этот Фендесек. То, что я вам рассказывал про всякие там новые пути и прочее. Новое небо и новая земля не антикультурны, не хаотичны, не преднаходимы, а только предназначаются в свободном участии людей для них же в их созидании, в культурном порождении и творчестве, предназначаются и намечаются работой людей же, исторической работой культуры человечества. И когда оказывается, что культура человечества в тот или иной момент истории выступает перед нами, внимание, в виде провала и пропасти, угрожая гибели всей своей работе и творчеству истории, то причиной такого рода явления может быть не роковая сущность культуры, а прежде всего, опять внимание, отсутствие индивидуально творческой завершающей силы самой культуры.
не очень понятные тексты, скажем прямо. В статье «Опыт систематической оценки религиозности во время войны» примерно то же самое. Религия и вера только там оказывают свое действие, и постольку могут распространяться, где и поскольку они должны заполнить пробел в этике. Но это, конечно, типичное кантианство, да еще и дополненное сильно Когеном, когда не познание, не феноменология, а именно этика становится в центр. То есть оказывается, что после 100 с чем-то лет разработки этики в ней находится пробел. Какой же пробел в кризисе культуры? Религия сама, внимание, вовсе не пробел. Как не может быть сам по себе пробелом всякий научный принцип, без которого в науке может возникнуть пробел. Фраза тоже непростая. Речь идет о том, каково же место религии во всей этой игре. Если это вера, то тогда о какой научной философии мы говорим? Но если смерть конкретного человека является и концом его мысли, то тогда как продолжать деятельность культуры? В какой форме мы это будем делать? Если же есть некая задача человечеству, то относительно нее можно строить этику. Либо, если человечество занимается самоуничтожением, то вернемся к разговорам Штейнберга, то это просто будет самоубийство Бога тогда, в этом случае. А с кем ему тогда разговаривать? Ведь он существует только постольку, поскольку к нему кто-то обращается. А сам в себе это что такое за монада закрытая? Значит, возникает вопрос, а откуда у нас эта этика? Из 10 заповедей? Из момента творения? Давайте туда ходить не будем. Нам далеко туда ходить. Там и Спиноза где-нибудь довольно опасный лежит, который нам сейчас расскажет, что истины нету в Библии, а там находится исключительно какая-нибудь... что он там говорит, что это все метафоры. Никто мир не создавал, никто к человеку не обращался, никаких 6 дней не было. И вот мы продолжаем двигаться, и в еврействе в кризисе культуры читаем. Поскольку всякий этический вопрос возникает и может быть задачей только в жизни мира и в жизни культуры, представьте себе, если мир уничтожен, какая этика? Для кого? Для Бога самого по себе или для пустоты? Значит, вопроса нету этического. А если нет культуры, то в каких таких формах вы собираетесь выразить свое отношение к этике? Ну, философия все-таки часть культуры, а не чего-нибудь там еще. Так вот, поскольку всякий этический вопрос возникает и может быть задачей только в жизни мира и в жизни культуры, то он должен ставиться и решаться в самой жизни. То есть здесь, а не там. Религия, понятая как бегство от жизни и уход от мира, отрицая и жизнь, и мир, может перед лицом этических проблем, проблем социальной жизни и для социальной истории дать нам только камни вместо хлеба. Прошу запомнить эту фразу. Отрицание мира и жизни остается самонадеянностью, которая способна внести путаницу и в науку, и в религию. И в этом смысле панрелигиозность – вырождение религии. То есть, если не остается ничего, кроме религии, кроме веры, тогда нет места для знания. То есть, нельзя абсолютизировать ни то, ни другое. Это довольно забавный диалектический ход в неокантианстве, где диалектики обычно не очень хорошо развиваются. То есть, под наукой здесь понимается не наука, физика, химия, а все-таки идея научной философии. И религия нам нужна для того, чтобы знать, чем мы не являемся. Равно как и Богу нужно человечество для того, чтобы понимать, что он создал. Обратите внимание, что в отсутствующих по Спинозе первых 6 днях творения была все-таки красивая фраза «И увидел Бог, что хорошо». Ибо если он ничего не увидел, то он и не создал. То есть опять-то останется тогда внутри него лично. Тем не менее, люди должны стремиться к преодолению этого провала и пропасти, которые не дают возможность завершить дело культуры. Сегодня этой нераздельно цельной, творчески рождающей мощи культуры как будто бы и нет. Очень возможно, что именно сегодня, именно тогда, когда кризис ощущается острее всего, какая-то особая, неразрывная, нераздельно индивидуальная, творчески гениальная культурная мощь настоятельно и внутренне заставляет нас требовать созидательного могущества индивидуальности нашего культурного прошедшего, вернее, былого. Но это культурное прошлое, былое нашей культуры,
дает о себе знать сегодня не только индивидуальностью, а скорее отсутствием этой неразрывной замкнутости. Выступает открыто, запомните тоже выражение, брешь развала и разрозненности творчески индивидуальных сил. Обратите внимание, что в христианстве речь идет об индивидуальном спасении, а мессианство еврейское – коллективное. Поэтому кризис культуры и еврейства – это кризис того, что нет того коллективного спасителя, из которого и для христианства, и для иудаизма должен приходить Мессия. А теперь давайте посмотрим, что нам дает философия, которая не решает проблему кризиса. Как вы помните, хлеб и камень, да? Ну и послушайте текст. У врат обители святой стоял просящий подаяние, бедняк, иссохший чуть живой, от глада, жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку. Это Лермонтов просто. Почему? Значит, вот помните, как я вам говорил, цитаты из Соловьева, которые, ну, мы не занимались сейчас Гурлидом, там они шли сплошные. Или цитаты из Достоевского, крайне сложные у Штейнберга, когда вы говорили, что это на другом языке. То же самое, что Лермонтов говорил о проблемах неокантианства, решения кризиса культуры и поиска коллективности, что ли? Вот это тот язык, собственно, то, ради чего я тратил с вами здесь время. Теперь дальше. Посмотрим, значит, как выглядит этот пробел. Это же происходит у врат обители святой, да? А что существует внутри монастыря, как вы думаете? Панорелигиозность, естественно. Где кладут камень в руку? Там, где нет этики. Значит, надо построить нечто, что будет между тем, что нищему не дают хлеб и кладут ему камень. Я все евангельские и библейские ассоциации учитываю, но опускаю. Пожалуйста, посмотрите в комментарии к Лермонту. Понятно, да? То есть это я не по большому незнанию, мне время жалко. А потому что перед нами замечательный пример, как человек увидел в этом стихотворении пример панрелигиозности и пример, ну не знаю, антиэтичности или чего-нибудь такого рядом. Прекрасно сыграно. Теперь смотрим. В той же статье продолжение через один абзац. Суд современности, поскольку он осмыслен и оправдан, не может быть осуждающим и пессимистически роковым. Суд здесь внутренний. Но здесь может быть и этика, и религиозность, да, во внутреннем суде, поди пойми. Внутреннее проявление или явление космически творческой любви нашей непосредственной, постоянной современности, включающей во все былое культуры, принимающей все культурное творчество, весь человеческий труд истории, не как бывшее и прошлое, не как ушедшее в лету, а как рождение и продолжение рождения культуры рода человеческого. То есть каждое поколение порождает культуру, которая обязательно преемственна по отношению к предыдущей. Обратите внимание, что это несколько противоречит соотношению Ветхого и Нового Завета. Мы судим себя как потомков, которые оказались с определенным внутренним культурным наследством, которого мы все не хотим лишиться, но с которым мы должны справиться, чтобы не оказаться недостойными лентяями в принятии наследства и не способными к порождению созидания. Факт кризиса нас непосредственно убеждает в том, что без такого суда о плодотворной любви к культуре и человеку не может быть и речи. Это что такое? И предков скучные нам роскошные забавы, их добросовестный ребяческий разврат, и к гробу мы спешим без счастья, без славы, глядя насмешливо назад, толпой угрюмую и скоро позабытой, над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда, и прах наш строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой гордую обманутого сына над промотавшимся отцом. То есть философский текст в Собачьем, два стихотворения Лермонтова, переосмысленных, естественно, до Дума. Я не знаю, в школе проходит. Вот. Значит, у нас с вами не было не только философской пропедевтики, у нас с вами не было, видимо, даже литературной пропедевтики. Но я вынужден сказать, что это Дума Лермонтова.
Так вот, и давайте теперь посмотрим, что же происходит дальше. Факт кризиса нас непосредственно убеждает в том, что без такого суда о плодотворной любви к культуре человека не может быть и речи. Предрассудок о любви без суда может ввести нас в лучшем случае в роковое легкомыслие и обыкновенно скажется критическим развалом индивидуальности, внимание, давая в конце концов ленивое мотовство и безродную бесплодность. То есть еще несколько строк отсюда же даются. Любовь всегда устоит в ее ответственности перед индивидуальным творчеством непосредственной культуры. А что это такое? Предрассудок о любви без суда. То есть предрассудок о любви вне мессианской перспективы для нас бессмыслен. Фактически это еще одна попытка, теперь при помощи Лермонтова, значит, установить эту мессианскую перспективу. Но вот здесь надо сказать несколько слов. Пикантность состоит в том, что это очень еврейский текст. В том смысле, что для евреев России именно Лермонтов, а не Пушкин, был главным русским поэтом. Пушкин с его «Жида с лягушкой» венчал всякими скупыми рыцарями и прочими замечательными достижениями. Значит, совершенно не был, как бы сказать, знаковой фигурой. А вот Лермонтов с веткой Палестины, с испанцами, с чем-то там еще был. И существует целая серия работ, посвященных именно тому, как Лермонтов попадал не только в русско-еврейскую поэзию, типа Фруга, что понятно, но и в эдешистскую и в ивритскую поэзию. При этом интересно, что казачья колыбельная, например, была жутко популярна в ивритской поэзии, чему посвящены специальные работы Зои Капельман. Вообще вот образ разных русских литераторов в качестве базы для культуры евреев России – вещь тоже совершенно не изученная, но в данном случае я просто это констатирую. Вот. Значит, вот «Спи, младенец мой прекрасный, когда волнуется желтеющая нива», это разбирает специально в вестнике Еврейского университета номер 21 Зоя Капельман в статье с замечательным названием «Два примера порождающей поэтики. Стихи Лермонтова в ивритской поэзии». Поэтому вот именно такой лермонтовский слой здесь совершенно не случайен. Хотя должен вам заметить, что впоследствии у нас вряд ли хватит на это времени. Каган, можете тут посмотреть, как он разбирает в письмах жене Пушкина и Лермонтова в их соотношении. Кто из них языческий поэт, а кто из них поэт библейский. И вот давайте теперь обратим внимание на одну интересную деталь. Что у нас есть одно стихотворение в русской поэзии, которое вот этот товарищ, видимо, читал. Да, где сейчас мы... Нет, ну я понимаю, вряд ли до конца. Вот, где мы сейчас увидим пристранную вещь. Я позволю себе его зачесть. Стих знакомый. «Из-за Лермонтова Михаила я отдам тебе строгий отчет, как сутулого учит могила и воздушная яма влечет. Неподкупное небо, окопное небо крупных оптовых смертей, за тобой от тебя целокупное я губами несусь в темноте. Нам союзно лишь то, что избыточно, впереди не провал, а промер. И бороться за воздух прожиточный – это слава другим не в пример». Что это имеется в виду? Имеется в виду, что если, значит, мы понимаем, что пробел, когда он возникает? Ну, здесь провал. В момент смерти конкретной человеческой. Если итогом истории является мессианский какой-то процесс, то это значит, что смерть конкретного человека не является ни смертью культуры, ничем, а является одним из этапов наследования, значит, соответственно, предыдущих образцов культуры. Тогда непонятный совершенно отчет, который надо дать именно за Лермонтова Михаила, в сочетании с провалом и промером, независимо от того, имеем ли мы дело именно с текстом Кагана или нет, это, как я вам уже говорил в предыдущей части, биографический вопрос сложный, хотя боюсь, что надо поискать. И учитывая то, что стихи эти были абсолютно непонятны, и была масса работ о том, чего провал, чего промер, здесь надо просто сказать два слова о том, что, в принципе, это стихотворение сочетает в себе как бы христианскую и иудейскую апокалиптику.
И поэтому, кроме того, как мне приходилось писать, иудейский, так сказать, библейский слой замкнут, когда столетия окружают меня огнем, а дальше написано «этот воздух пусть будет свидетелем» в начале, вы понимаете, что тех замкнут. И буду свидетелями это небо и эта земля, что я стоял один между вами в огне и дыме, а вы боялись взойти. А дальше что? Шевелящимися виноградинами и так далее, это просто второзаконие идет. То есть таким образом иудейский текстовой слой замкнут, а христианский нет. И первоначально это стихотворение было, посвящалось, значит, такому архангельскому крестьянину Михаилу Ломоносову. Потом посвящение ушло. И, значит, такое теософское несколько христианство с вот таким вот иудаизмом, собственно, является конструкцией этого самого неизвестного солдата. Но... А вы сами говорили, наличие такого любимого... Что? ...постимута неизвестного солдата и Павла Целан наши годы. Нет, Пауль Целан – это уже несколько следующий вариант. Он не анализировал никогда неизвестного солдата, он говорил о своем соотношении с восточным и западным еврейством в Мандельштаме. Это несколько другая мысль, надо будет потом обсудим, она просто из другой оперы. И вот посмотрите, как соотносятся теперь Пушкин и Лермонтов для Кагана. Письмо жене 11.05.25 года. То есть тогда же, когда эта замечательная автобиография пишется, о которой я вам рассказывал, и, значит, соответственно, все эти кризисы. О Пушкине ему не рассказывал еще, а о философии истории. Когда расскажу о Пушкине, воображаю, как он охнет. Брат философа Эли очень старался сдерживаться, но привскочил даже, когда я ему сказал, насколько это не христианский, внимание, а языческий и иудейский. Как жалею, потому что не могу с тобой толком поговорить, что тебя нет со мною. Чем это отличается от того, что я вам говорил про Шпет? Что проблема кризиса культуры состоит в том, что христианство развалилось на две составляющие. Он Пушкина пытается прописать в рамках своих кризисов, как именно этот элемент. Ну подумайте, вы найдете такого немецкого или французского философа, который будет волновать, как таким образом описать Пушкина, предварительно описав кризис при помощи Лермонтова? Абсолютно невозможно. И вот тот факт, что русская вот эта вот философия не развилась в какие-то более-менее законченные труды, и привел к ощущению, что ничего нет. На самом деле это далеко не простенькое осмысление русской культуры. И, значит, дальше читаем «Еврейство в кризисе культуры». Какое отношение все это имеет непосредственно к переживаемому нами кризису культуры, к кризису европейской и еврейской культуры? Оправдано ли сопоставление европейского и еврейского рядом? Дело не только в нарочитом сопоставлении, культур очень много. Вряд ли сегодня можно было бы оторвать одну культуру от другой. Я имею в виду европейскую культуру последних тысячелетий, так как она сказалась на культуре евреев сегодняшнего дня. Обратите внимание, редкий случай, когда формулируется очень четко мысль о том, что для этого человека еврейская культура первична. Как бы мы сейчас сказали? Нас интересует кризис русской культуры в связи с тем, как он зависит от кризиса той европейской или античной культуры, на базе которой он создан. Для еврейской культуры вы часто слышали подобные высказывания? Вот эта позиция, которую тоже очень трудно понять. Вот Штейнберг, кстати говоря, в той лекции, как бы нигде ни разу не сказал, что он делает. Это я вам вынужден был каждый раз это говорить. Но это собеседник и корреспондент Кагана, так что для них тут вопроса нет. И, кстати, ни одной сопоставительной работы я никогда не видел. Вот про все это пишут, про каждого отдельно изредка. И вот теперь мы подходим к самому интересному. Помните ли вы, как я вам из высказываний Федотова, там, Мейера, их собеседников, читал кусок про то, в чем состоит роль иудаизма? В том, что он должен удержать христианство от язычества. Но вы представляете, что такое, если у нас с вами H2O, да, молекула, вроде уравновешенная, и тянет в одну из сторон? Она разрывается. То есть в сущности люди в кружке Мейера вот в воскресенье абсолютно о том же говорят. В других терминах. А теперь читаем с еврейской точки зрения. Сегодня уже нельзя не считаться, конечно, индивидуально в европейских странах, индивидуально родовым, народным и групповым образом, что на протяжении 2000 лет происходила иудаизация европейской культуры,
Несомненно, что христианизирование Европы, будучи сначала абстрактно-безличным, авторитарным, но индивидуализируясь народно-культурным творческим образом, проникалось и воссоздавало индивидуально-народные культуры, аналогично культуре иудаизма. Идея культурного национализма воодушевляла всякую реформацию всех христианских народов. Тут дело, конечно, не в полной иудаизации, а в принятии идеи народа-гения, индивидуально оправдывающейся в его творчестве и работе над культурой человечества, которая не должна оставаться абстрактной. Если мы упускаем из виду того, что гениально-творческая индивидуальность всех христианских европейских культур и народов связывается по преимуществу с единством в прошлом, с единством происхождения от одних предков, от одной и той же расы германства, романства, славянства и так далее, а не единством зданий из будущего, которое идет от предков, то иудаизация христианства в его историческом шествии все же остается фактом, к которому европейская культура индивидуально не в состоянии устремиться. И народ еврейский культурно индивидуально не остается чуждым тому уклон, который отделил еврейскую культуру от христианской, разделил христианство и иудейство, разделил основным образом. Вот очень интересно, что здесь очень еврейское понимание масштаба. Вот обратите внимание, Аркадий Бенсонович Кавельман любит рассказывать, когда говорят о противостоянии раннего христианства и ранней талмудической культуры, он говорил: вы посмотрите, что творится во всем мире во времена раннего христианства, а вся эта талмудическая культура – два небольших городка спорят друг с другом. И сколько там спорят из них народов? А и какой результат? Вот здесь абсолютно такое же понимание роли еврейской культуры. Еврейское и христианское разошлось радикально. То есть каждый народ считает, что у него есть свое мессианство. Правильно? Ну а о чем тогда говорить? Представляете себе, что такое, например, идеология славянского единства? Сначала чехи говорят, что они мессианский славянский народ, потом поляки, потом русские, потом поляки говорят русским, что это не совсем так. Ну, о каком тут народе гении может идти речь? Это примерно так же точно, как однажды профессор Шаунштамфер мне сказал, как отличать, значит, каким образом отличать ортодоксальный иудаизм от неортодоксального. Если приходишь в общину и говорят, ортодоксальные это мы, они, о, все, уже реформисты. Они сравнивают. Здесь не должно быть сравнения. И таким образом, значит, я сейчас не буду вас слишком утомлять, а прочту еще одну хорошую цитату. Как бы мы ни подходили к истории европейского человечества, мы можем себе разрешить рассматривать ее как историю человечества христианского. Это следует понимать не так, чтобы исключить из нее все нехристианское. Нет сомнений, что все европейские народы далеко не христиане по существу, органически. Все они, конечно, в большей или меньшей степени язычники, быть может, язычники раньше всего. И все же европейская культура начинается с задачи христианства. Трудно решить, что отделило христианство от иудейства. Иудейство или язычество. Интересная уже конструкция, правда? Не христианство рассыпается, а что от иудейства отделило Европу? Христианство, которое радикальным путем уже не является, значит, еврейством никак, так оно же от него и отделялось. Или само по себе язычество. Христианство с уклоном к разработке откровений индивидуальности человека, раба и сына Божьего, вряд ли отошло бы от иудейства, если бы не было задачи, поставленной упорно язычеству. То, что объединяет и роднит все язычество, заключается в том, что оно подходит к миру как готовому. Вот это интересно. В греческой философии понятие становления одно из самых важных. Но мир у язычника, он уже создан. И поэтому иудейская задача состоит в том, чтобы сюда ввести, в этот пантеизм и все такое, задачу искупления. И, значит, сейчас я вот подумаю, какой вам кусочек отсюда прочитать, чтобы это не было слишком сложно, и немножко это дело обсудим. Значит, теперь он обсуждает роль иудаизма в европейском кризисе.
и говорит о том, что в сущности надо понять как бы вину и христианства, и иудаизма в этом общем кризисе культуры. Дело не в обвинении. Пусть не думают, что я не считаю причастным к кризису иудейства. Без сомнения, еврейство все более и более проникалось пантеизмом. Большинство мифологических устремлений еврейской истории вместе с новейшим хасидизмом несомненно пантеистично и вероятнее всего усвоено от христианства. Ничего, да? Для тогдашней науки это было не очень распространено. Цадикизм, старчество и таинство, несмотря на все коренные различия, конечно, в большей мере эстетично-пантеистичны, героичны и связаны приятием воплощенной святости в ее фактичности и совершенстве, непосредственно биологическим образом в живом, вечно живущем человеке. Современная кризисная Европа исторически почти сравнила и нивелировала положительно-культурную разницу еврея и христианина или наделила их только разными отрицательными культурными качествами распада индивидуальности, механически атомизирующейся души. Дело в том, что здесь самое важное – это вот осознание того, что все время в свою этику вставлял Коген. Коген в эту этику все время вставлял одно забавное понятие, которое стало как бы даже символом. Это понятие ближнего. Ну, чисто библейское понятие, да? Что надо заботиться о ближнем, потому что был ты пришельцем в земле египетской. Здесь возникает серьезный вопрос для всего еврейства. Если еврейство есть мессианский народ, и если в итоге все равно, как мы говорили, синтезом будет кровь помазанника Божьего, все равно деваться некуда, то в этой ситуации получается так, что если еврейство уходит от абсолютного, так сказать, Бога, если появляются, вот как он здесь пишет, всякие хасидские направления, то появляется воплощенная святость. Что это значит? Почему он здесь говорит о, скажем так, даже некоторой пантеистичности? Потому что для него язычество – это конечность. Если перед вами есть конечный образец, и он к вам пришел, то не надо называть его обязательно там Машехом, это лишнее, или Мессией. Но вы начинаете ориентироваться на идеальный образец. Что такое идеальный образец? Ну, что такое, например, идеальное тело у греков? Ну, скульптуры эти всякого рода. Что такое идеальное государство? А для еврея оно существует. Вот в той проблеме религиозности во время войны, которую я не стал сейчас читать, тоже можете сами прочитать, чтобы не тратить время, там есть очень хорошая мысль о том, что Герман Коген мечтает для евреев об идеальном государстве пророков. Смотрите, когда он мечтает. В 97 году уже прошел сионистский конгресс. Коген, в общем, выступает против, да, сионизма. Совершенно не хочет заниматься этой конечностью, кстати говоря, еврейской истории. И поэтому мечтает о каком-то государстве пророков. Вот мы когда это дело, я даже в журнале об этом написал, что мы обсуждали это с Аркадием Бенционовичем Кавельманом, то Аркадий Бенционович, соответственно, сказал, что, ну что, государство пророков – это государство, которое описано у Иезекииля. А как там делится все у Иезекииля? Ну, по коленам понятно. И одно колено, как известно, чего-то недополучает. Удела, так сказать. Получает храм и все такое. Так обратите внимание, что здесь появляется новый вид экзистенции. Фамилии Кагана и Когена примерно это и означают. Они коины, оба. Очень просто. Что? Нет, ни в коем случае, чем коину быть Машехом. Что это такое? Нет, вот первосвященникам, они ощущают себя вправе это обсуждать. Вот так же точно, как я вам экзистенцию показывал в Штейнберге, так же точно она есть здесь. Никакой читатель, для которого не имеет большого значения вот этот вопрос, смысл фамилии, а также то, что все-таки не будем забывать, Герман Коген все-таки учился в Бреславу, в Равинской семинарии, да и, как видите, сам Каган был очень недалек от вполне практического иудаизма. Так вот, для них это тоже значимо. Это точка, от которой начинается отсчет. Чем отличается античная философия от иудаизма? Тем, что там есть какие-то аксиомы.
в рассуждении, да? А здесь не надо. Мы знаем, что вначале Бог создал. И мы знаем, через кого передается. И вот это включение себя в цепь, так сказать, передачи, оно и выражено вот в такой вот интересной штуке, когда человек по фамилии Каган пишет о человеке по фамилии Коген, что тот мечтает о государстве пророков. Самое смешное, что по воспоминаниям же поздних учеников там, Когена, ближе к смерти он что-то уже задумался о сионизме. И вообще очень большой кризис немецкого еврейства, в том числе и к философам, был связан вот с чем. Они, собственно, не представляли себе никакое восточноевропейское еврейство. Ведь смотрите, я же мог бы сейчас с вами беседовать здесь на темы просто еврейской философии, вообще не выделяя, кто где жил, учился и так далее. Есть и все. Но цель выделения состоит именно в том, что восточноевропейское еврейство воспринималось из Германии как еврейство заведомо отсталое, как то, которое необходимо оккультуривать. И самый кризисный момент как раз начало Первой мировой войны, когда немецкие войска вошли вот в разные районы соответствующие, и евреи-офицеры увидели, что такое вся эта вот хасидская и прочая жизнь. На самом деле для еврейского мира это вопрос серьезный. Ведь журнал, какой выпускал Бубер? Он выпускал журнал, который назывался «Der Jude», а еще как он назывался, в какой-то там инкарнации, «Ост und West». Это не просто Восток и Запад, это восточные и западные евреи. Вот здесь коллега задавал вопрос о том, что, собственно, сказал Целан по этому поводу. А Целан сказал уже в 60-е годы, сочиняя свой сборник «Денемус Розы», то есть «Роза никому», да? Он его построил таким образом... Конечно. Он его построил таким образом, как пишет современный немецкий комментатор, что часть первая – это ассоциация себя с восточноевропейским поэтом, евреем Мандельштама. Вторая часть сборника с западным, то есть с Нелли Закс, а себя он понимал как нового синтетического еврейского поэта. Это вот сюда пришло. Что касается разного рода Холокоста и прочего. Ведь гитлеровская идеология была основана на чем неприятие христианства? Ну что это иудаизированная религия, ненужная германскому духу. А с другой стороны, вы можете увидеть, например, в Яд Вашеме, очень своеобразную такую витринку, где будет вам написано, что немецкие офицеры не очень понимали, почему они должны заставлять своих профессоров университета чистить мостовые зубными щетками. Но очень быстро поняли, когда вошли в польские районы, всех этих спейсами, так сказать, хасидов, кто, собственно, враг. То есть, грубо говоря, образ вот этот вот еврей – очень важная вещь. Восточный, там, западный и так далее. Недаром у русских евреев были свои ощущения. Посмотрите письма Пастернака, как он проехал по дороге в Марбург эти районы. Посмотрите письма Мандельштама. На всех это производило впечатление. Вот та жизнь сугубо традиционного еврейства. В то же время говорилось как? Ну мы немецкие евреи, ну что, мы там все уже потеряли. Ну евреи Петербурга там, они уже на идыше не говорят, иврита не знают. А вот это тело народа. И вот это тело, собственно, и должно нам сохранить живость еврейской традиции. Не надо забывать, что когда мы с вами читаем всяких классиков философии, то мир вокруг них мы себе уже абсолютно не представляем. Это все реконструкция. Ну, вы понимаете, на 2-3 тысячи лет это как-то. А здесь мы все можем хорошо увидеть. Посмотреть фотографии экспедиции Анского, почитать письма вот этих граждан и увидеть, что это слово «еврейство» означало. Теперь представьте себе, каким образом надо было себе это еврейство представить как единое. Довольно трудная задача. То есть это должны могли в себе представить люди, типа Дубнова, который вот из всего этого вышел, типа, значит, Кагана, типа Штейнберга, а вот люди, уже родившиеся в Петербурге, для них это была проблема. Как к этому всему относиться? Поэтому вот эти философские проблемы, которые возникают, только ли на базе немецкой культуры, немецкой классической философии можем мы рассуждать? Нет ли у нас чего-то такого своего, вот этого ост? Что, собственно, требуется? Я как раз не знал об этих высказываниях по поводу Целана. Я не ожидал, что такие вещи написаны в академическом, значит, издание Целана. И я довольно много места потратил, значит, вот в своей книжке о Мандельштаме на рассуждение следующего рода. Откуда взялась позиция Мандельштама?
Откуда он узнал столько немецких позиций? В частности, эта книга под редакцией Бубера, значит, составленная неким Краянкером, я не знаю, кто такой Макс Краянкер, называлась «Современные немецкие писатели-евреи», где было, там, не знаю, 20-30 позиций. От какого-то Зигфрида-антисемита, который утверждал, 22-20 года книжка, который утверждал, что в нем ничего еврейского нет, до Эльзы Ласкер-Шулер, которая просто еврейские слова писала немецкими буквами. Это можно себе представить. И Бубер пытался это осмыслить. В тот же момент, еще в 6-м, кажется, году, была его знаменитая речь, что такое еврейский художник. Вот что нужно, чтобы им быть. Но это следующая задача. А что такое быть еврейским философом? Я же должен на кафедре немецкого университета преподавать людям что? Платона, Аристотеля, Канта, да? А меня что волнует? Могу ли я это встроить в ту философию, которая, ну, которую можно преподавать? Поэтому борьба за то, чтобы после Когена кто-то еще, вот типа Натрап, стал заведующим кафедрой немецкого университета, вещь серьезная. И вот здесь и возникали эти вопросы. Они не метафизические, они более чем практические. Вот разгромлена это самое, ну, западный край, да, там прифронтовая полоса. Вот, значит, развитие какой-то русско-еврейской культуры прекратилось там в связи с революцией. Куда нам ехать? Существует ли Америка в качестве варианта? И на эту тему Дубнов еще в 8-м году писал: пусть там будет океан для нас, пустыни, через которую мы потом куда-то придем, египетские пустыни. Вот это все вопросы. Вот тут и возникает вопрос. Нам надо оставаться на одном месте или нет? Создавать ли всемирную еврейскую культуру? А что такое всемирная еврейская культура? Нам с сегодняшнего дня даже не очень понятно. А это идышевская культура. Это когда мы пишем в Нью-Йорке, иллюстрируем в России, а издаем в Буэнос-Айресе. Или там где-нибудь в Австралии. И они как раз говорили, идышисты, мы-то всемирные, а вы опять хотите собраться в одну точку? То есть этот вопрос обсуждался как практический вопрос. Другой вопрос, что делать с религией? Вот что здесь, собственно, нам Каган все время говорит? Что религия не может лежать в основе философии, значит, не философия. Но если ее нет, то мы ничего не знаем о том, что будет после нас. И только наличие вот этого, он говорит, принципа методологического позволяет нам считать, что мы цепь, ну, какое-то звенышко в цепи, так сказать, да? И как называется, назывался, уже теперь он не выходит, очень много лет выходил идышский журнал в Иерусалиме. The Golden Kid. Золотая цепь. Вопрос в чем состоит? Что эта образность вот этих слов, она вся под собой имеет соответствующие источники. Это не пустое говорение такое. И, конечно, есть очень большой вопрос. Если, конечно, есть Иерусалимский университет, и мы можем там открыть кафедру еврейской философии или любой другой, все очень хорошо. А если его нет, что нам делать? Вот в России как раз, где вообще философии-то быть не могло, была вся эта марксятина, значит, соответственно, люди решали этот вопрос, решали его в стол, решали прекращением писания, решали впоследствии эмиграцией, там, не знаю, чем еще. Поэтому надо сказать, что это очень живой процесс. Его нельзя рассматривать как чисто такое, ну, производство системы, так сказать, получилось у человека система или не получилось. Простите, надо было дожить для начала. Кроме того, перерыв, конечно, Второй мировой войны, а где читатели это все? Вот как вы это будете делать? Для кого? Поэтому, конечно, возникает тот самый вопрос, которым я в последнее время, собственно, и занимаюсь. То есть вычленением русской культурной составляющей у русско-еврейской, этой самой философии, литературы и кого угодно. Разумеется, как любая диаспорная культура подобного рода, она не может существовать больше 2-3 поколений. Также точно, как мы прекрасно знаем, что практически не существует ни одного идышевского писателя, который был бы сыном идышевского писателя. Просто не нужно. Дальше английский. Вы можете заниматься там англо-американской литературой. Также точно, если я уже не кончал все это, и у меня нет проблемы выхода из там хедера, там ешивы в мир, почему мне это будет надо? Я кончу университет и буду размышлять о судьбах еврейства. Вот, собственно, и все. И вот здесь появляются люди опять, типа последнего в этой цепи, о котором я говорил, Левинаса, который, одна из последних его книг, что там, 7 лекций о Талмуде, что ли? Вдруг. Это очень серьезный вопрос. Вот такой позиции философа, потому что технически Левинас вполне умел все, что надо делать. И поэтому вот по всему возникает новая сейчас философская, как бы, для нас ситуация. Завтра, если у нас хватит духу с вами, попробуем 2-3 странички посмотреть 6-го.
из предисловия к Иову. А почему это интересно, я вам скажу. Потому что это предисловие 24-го года, а главка о смерти, посвященная, значит, столетию Достоевского, она хороша тем, что она вышла в Париже в 23-м году по-французски, то есть абсолютно тогда же, когда книжка Штейнберга. Вот. И как бы так же, как вы вот удивились, как вдруг строят, значит, на пасхальной песенке или там на какой-то цитате из Талмуда описание Достоевского Штейнберг, мне никогда не приходилось видеть, чтобы кто-то анализировал, из чего состоит Достоевский у Шестого. Он состоит из колесницы Иезекииля, вообще говоря. То есть для них, каждый из них искал в еврейских вот источниках какой-то принцип описания. И, конечно, о чем мы здесь говорим? Ну, конечно, уже философия была новой. Конечно, уже системы мало кто писал. Поэтому и можно было выбирать свою пропедевтику, не сочиняя каких-то особых вещей. Конечно, уже к экзистенции мы все подходим. Но, значит, это вот такие вот будут ощущения у, значит, соответственно, Шестого. И тогда то, о чем мы с вами говорить не будем, станет понятна книжка Штейнберга, которая сначала про друзья моих ранних лет, а вторая половина вся про Шестого, причем в очень таком сильноеврейском варианте. Вот они между собой знали, о чем разговаривают, и вот только сегодня это печатается. Я не знаю, каково это абсолютная ценность, я, значит, не берусь заниматься этим, но если мы хотим понять просто, как жило и на каком уровне существовало это все, то более чем, конечно, еще надо вспомнить и Ахат Гаама, только это не наша тема. Что это за духовный сионизм? Что это за разговор о том, что любой политический сионизм убивает эту самую духовность? Что это за идея центра только в Израиле, который должен быть центром для всех? Ну, ему, естественно, отвечали вообще, представляете, реальное государство, которое является идеалом для жителей других государств, что мы, собственно, сегодня имеем проблем. Между прочим, является ли Израиль идеалом, например, для американской еврейской общины? Едва ли не враждебен. Вот. Дальше появляется новая идея сегодня, там, создание евретянской нации, в отличие от еврейской, да? И так далее. То есть на самом деле, как видите, из того, что я сейчас читал очень кратко, вы можете все эти кризисы прочесть, те же. Естественно, у нас сегодня в программу не входила еще статья «Кризис церкви», что само по себе не безинтересно для всех разговоров о кризисе христианства. Я же сегодня только это упоминал. То есть он описал на самом деле очень неплохо картину этих всех кризисов. Ну и захотите, прочтите Андрея Белого, его кризисы рядом. И поймете, что происходило. А к 29-му году просто вопрос как бы решился. Проблема религиозности совсем ушла. Пошли проблемы борьбы социал-демократов, коммунистов, фашистов. Пошли, значит, проблемы итальянского там фашизма, строительства национальных государств. Это уже другой вопрос. Хотя, конечно, остается еще один вопрос. Вопрос такого крайнего политического сионизма. А почему надо обязательно собираться в одном месте? В конце концов, ну если мы гибнем, и если вы во что-то верите, то ну останется остаток народа, ну и придет Мессия. Тоже хитрый вопрос еврейской, так сказать, философии. Но видите, здесь нету ни одного вопроса, во всем, что я сейчас говорю, который был бы в классической философии. Зачем? Поэтому это называется еврейской мыслью. Это не потому, чтобы обязательно деятели, так сказать, ну, философские деятели там, Израиля открывали именно кафедру, и они точно хотели перевести Махшевет Исраэль. Вот, премудрость, так сказать, Израиля. Вот. Нет, не поэтому. Потому что другая проблема. Обратите внимание, жить внутри как бы мессианской струи, внутри, так сказать, мира авраамических религий, ведь у нас же нет сейчас пока проблем с индуизмом, буддизмом, синтоизмом. Мы их не видим пока. Вот, не знаю, увидим или нет, может быть. Но пока есть. Есть ислам, есть христианство, есть иудаизм. При этом никуда не может деться вопрос, с какого колена придет Мессия. Вот, собственно, такая картина. И она порождает совершенно другую систему вопросов и ответов. Поэтому мне очень понравилось вчера замечание, что это на каком-то другом языке. Да, на абсолютно другом. И задача, почему я вот, видите, что я делаю? Я нарушаю сейчас правила игры очень часто. Кто вообще сказал, что у философского текста бывает подтекст? Ну, это же не стихи. Правильно же? Ну, можете себе представить там ритмическую цитату у одного перипатетика в другом перипатетике? Ну, как бы смешно. Но с другой стороны, а кто нам сказал, что на философский текст
не влияет поэтика литературы, которая находится вокруг. Ведь вся дискуссия, которую мы сейчас обсуждаем, здесь Пушкин-Лермонтов, у Штейнберга, у Шестого это, соответственно, Достоевский, ну еще там у массы людей, а у Гурленда это, между прочим, не столько философия Владимира Соловьева, сколько повесть об антихристе. То есть, мягко говоря, не философское сочинение. И таким образом оказывается, что философские тексты начинают строиться не на развитии еврея, принципов, так сказать, классической философии, только про свое, а действительно другая задача. Вот в этом смысле Каган удивительный человек. Я правда не знаю второй такой философии, которая бы вот так ставила вопрос. Поэтому я, собственно, посвящаю этому время и трачу его. Вот. А что касается, например, конструкции этого дела, того, что это, ну, я не знаю, как вот Ури Гершович сказал, что это одни конспекты, я не знаю, что это такое. Записи – это для себя, это просто собственная какая-то духовная жизнь. Не знаю. Мне известны примеры русских философов, которые в 28-29 году прекращали писать, потому что было не для кого. Мне известны архивы целого ряда философов, которые оставляли одни обрывки. То есть начинали, проверяли, как, что он там внутри себя продумывал, неважно. Он там, не знаю, что преподавал. Есть же и прямо противоположные примеры, но есть такие персонажи, типа Друскина, философа, который при Абериутах состоял, да? Это куда все писалось? Даже математику в техникуме преподавал. Неважно там, кем он был, как он потом, значит, там, крестился, это его лишние дела. Важно, куда писалась философия, которая никому не нужна. А потом появляется, значит, сначала появятся абериоты, потом появится к ним интерес, потом нам будут объяснять про какую-то непонятную бессмыслицу, потом мы что-то поймем, значит, что это там Друскин, что это Липавский, какая-то там философия. То же самое, скорее всего, будет здесь. Когда мы перестанем, значит, во-первых, придумывать для себя заранее, кто что знал и кто что читал, что особенно сильно касалось до недавних пор Мандельштама, когда мы не будем думать, что Пастернак ничего не читал, ну, например, он не читал журналов, где печатались картинки его папы, я имею в виду журнал «Новый Восток», или никогда его не видел, или что дома у папы никогда этих журналов не было. Ну, теперь после вот издания четырехтомника писем Пастернака уже такие разговоры как-то смешные. Кстати, там в ЛКМ я в каком-то из номеров напечатал обзор именно еврейской части переписки, как она выглядит. Вот, мы совершенно теперь можем спокойно говорить о, там, предположим, Фрейденберг и Пастернаке, евреях, ну, мягко говоря, антисемитах, которые, например, ждали прихода Гитлера, к примеру, кто как. И, например, там письма Пастернака замечательные с насмешками над антифашистскими стихами и статьями Эренбурга и Маршака. Это тоже еврейская мысль. И она вся есть. И в начале века она была. То есть, грубо говоря, мы получаем полную парадигму всего того, что было в Германии. Но, как и со всем, что мы имеем дело в России, это очень коротко, это обрублено, это в ненормальных формах, а иногда не на русском языке, реализуется уже потом в каких-то не тех формах. Вот, собственно, как это выглядит. И поэтому я отдаю себе отчет в том, что я говорю вещи такие непривычные, но думаю, что так же скоро, как то, что было когда-то с Мандельштамом, так же скоро это произойдет и с этим, с вот этим миром. Я думаю, есть еще. Мы целый ряд вещей, видимо, не знаем вообще об этой всей духовной жизни. И так же точно, как непонятно откуда вылезают какие-то раввинские рукописи, вдруг писавшиеся при советской власти, кем-то читавшиеся, какие-то там тетрадки. Ну, и такая жизнь, тут ничего не поделаешь. То есть это связано в таком же, скажем так, в той же мере с историей евреев, как и вся их остальная жизнь. Понимаете, когда социальная структура была нарушена, когда люди с Украины вынуждены были и Белоруссии посылать детей учиться не куда-нибудь там на Урал, а именно туда, где были с Украины, там, Белоруссии эвакуированы люди из их городов и местечек. Например, вот так. Ну это что, нормальная, что ли, жизнь? Или когда там религиозные общины оказывались, приходилось расстреливать, начиная с главного инженера завода или какого-нибудь слесаря, потому что у них миньян был дома во время войны. Вот о чем идет речь. И поэтому на этом фоне вот всякие сталинские дела с космополитами и так далее нормально выглядят на фоне вот таких тотальных обвинений во время Первой мировой войны. Вот это просто становится частью еврейской истории, больше ничего, истории культуры, чего угодно. А отсюда и непривычные вопросы осмысления. Опять же, это не значит, что какие-то евреи
не были марксистами, тупицами там, и так далее, это обязательно. Как говорил Субботинский, каждый народ должен иметь своих, так сказать, и подобных представителей. Но тогда какое они имеют отношение уже к евреям, если они себя такими не заявляли? А вот Каган откровенно совершенно заявлял и чувствовал вот именно так. Вот, ну давайте мы сейчас, значит, я думаю, закончим. Вот, если вопросы есть, то пожалуйста. Берию театр в 90-м году. А я должен был не про них делать доклад, а вообще про авангард. И в три дня по два или три спектакля в день мы смотрели фестиваль. Мне абсолютно хватило послушать это в наушнике, чтобы сделать доклад о том, что я ничего не понимаю в Абериуда, где у них обнаружен алогизм, заум или что-нибудь такое. Это нормальная религиозно-философская практика, кружковая. И первый же мой доклад назывался, сейчас вам так, «Эротика десятых и антиэротика Абериу», что-то вот так сразу. Потому что было ясно, что это такой антисимволистский, антикузьминский во многом, так сказать. Некоторые попытки. На меня тогда посмотрели как на полного идиота. Сегодня, после публикации вот уже Друскина, после публикации записных книжек Хармса, что-то я уже даже ссылок-то не вижу на это. Настолько очевидно. Поэтому просто время какое-то пройдет, и оно вылезет, все. Вот я вам сказал, сейчас вот вышло этого М.М. Рубинштейна, двухтомник огромный, называется «Смысл жизни», вот из этой же когорты. Психолог Рубинштейн, совсем, по-моему, Рубинштейн, СС-шник. Вот, в его томе психологических трудов есть некролог Когену и так далее. То есть надо это все собирать, смотреть, что все это такое. Часть в Израиле потом этого продолжалось. Вот смотрите, в общем, просто важно знать, что это есть. И абсолютно, кстати, те же процессы были и в еврейском авангарде там, и так далее. Главное просто изучать, а так-то. Все будет нормально. И не надо только думать, что все будет одинаково. Да, это люди, которые мыслили просто в другой системе ценностей. А иногда есть вот такими подтекстами. То есть то, что Лермонтов, что Талмуд, не важно. Важно, что слушатель не узнает, но должен почувствовать чужесть и задать вопрос. В известном смысле это такое талмудическое обучение. Да? Ты подумай, что я тебе сказал. Ты говоришь, связи нет. Ну хорошо, сейчас мы тебе ее покажем. Очень видно. Вот такое. Ну, давайте смотреть дальше. Во-первых, я жду, когда более-менее начнут распечатывать всерьез архив Штейнберга. Потом есть, ну, например, вот письмо такое сейчас. Если мне его удастся быстро найти, я вам просто покажу. Так, из переписки. Сейчас. Странное письмо Кагана. Шпета Кагану. Что ему не нравится в, значит, в Кагане. А вот Арон Штейнберг Кагану. «Многоуважаемый Матвей Исаевич, письмо ваше попало ко мне в руки с большим опозданием. Почти 6 недель меня не было в Петербурге. Я в некотором роде был отрезан от внешнего мира». Ну, там пропускаю. «Наша философская ассоциация, в известном смысле учреждение гонимое и немалых трудов, стоит сохранить ее в борьбе за существование. Когда вы будете здесь, вы, по всей вероятности, сами в этом убедитесь. Тоже, к сожалению, приходится сказать о еврейском университете. И, конечно, закон такой же борьбы сковывает свободные помыслы каждого из пытающихся мыслить на собственный страх и риск в отдельности. Впечатление произвел на меня ваш рассказ об откровенном признании Шпета, но не содержание его. В таком отношении к чужеродному я не сомневался никогда. Поразительна сама откровенность. Оцените, по крайней мере, в этом признании акт личного к вам доверия по нынешним временам». И это много. Это и был момент, значит, когда, с одной стороны, Шпет делал вот тот доклад, о котором я вам сказал, и мы не знали еще, что это. А с другой стороны, до 21 года, когда Шпет откровенно будет вытеснять именно еврейские размышления о Достоевском из «Московского Волкила», оставалось тоже в районе полугода. Вот так раскрываются эти тексты. О какой откровенности идет речь? То есть это работа настоящая такая. Вот. Ну ладно, я думаю, на сегодня хватит. Это все и так не так просто.